В Мурманске на улице Рогозерской расположен иностранный кладбище. Там погреблены английские военнослужащие, моряки, солдаты, офицеры. Они оказались в Заполярье за Первой мировой войны, когда держава Антанты решила поддержать антибольшевистские силы, включились в военный конфликт. Конечно, не особо рады были этим интервентам. Такое же кладбище есть в Архангельске. У меня где-то видео про него тоже снято. Ссылку я вверху, наверное, выложу. В центре кладбища видим вот такую надпись: «Во славу Господней, память о тех британских офицерах и солдатах, кто пал во время Великой войны, похоронен где-то в Северной России». Можете перевести. В свое время это кладбище располагалось на Буково. Это в 30-х годах его перенесли, потому что там смыло дождем. И до 90-х оно было в запустении. Потом в 90-х, в начале 90-х кладбище привели порядок, поставили металлическую решетку с задвижкой. Надгробие представляют собой одинаковые бетонные скошенные кубы с табличкой сверху. Всего числится 83 могилы, из них 40 настоящих. Они в центре кладбища. Бетонные прямоугольники с плитами черного гранита. 41 мемориальная. Тем, кто пал в боях и похоронен по городам, поселкам Мурманной Карелии. Есть одна братская с тремя фамилиями. Их могилы были утрачены еще на прежнем месте, ну, когда размыли водой. У англичан нет никаких солдат. Эту надпись «No into God» придумал великий поэт Рид Ярд Киплинг, потерявший в Первой мировой войне 18-летнего мальчишку лейтенанта. Мурманская численность иностранных военных достигала 4,5 тысячи человек. Ну, в 19 году их всех учили, выгнали. Ну, захоронение оставили. Первая строчка, номер смертного жетона, дали звание рядовой, затем фамилия, имя, отчество, потом принадлежность, дали смерть и возраст, в конце эпитафия. Ну, вот такое вот кладбище интересное. Кроме того, на кладбище есть захоронение кочегаров, машинистов, офицеров, водителей. Ну, на табличках все это можете остановить и прочитать. Там все написано, все разборчиво. Матросы похоронены. Надписи, если, как я говорил раньше, неизвестный солдат, то пишутся. Надписи известные были. Глава принадлежат к примеру.